Я вас приветствую, дорогие наши зрители, наши подписчики. Меня несколько дней не было на канале, редко начал снимать квартиры. А в этот раз приехал я в район Махмутлар. Хочу вам предоставить хороший вариант. 2 плюс 1 квартира. Распашонка с таким видом. Глазами горы видны вот так, как вы сейчас видите. Сейчас покажу. Широкоугольником вот такой вид. Утром восход солнца. Солнце оттуда восходит, идет в эту сторону. Проект был построен в 2014 году. Зеленая территория. Бассейн воду не спустили из-за того, что там, чтобы не трескалась кафель, между кафелями эти засоры. Там зона барбекю, беседка, еще что там есть. Ну, открытая парковка снаружи, сауна, фитнес, хамам, кладовки есть отдельно у здания. Сторона у квартиры восточная и южная. Квартира распашонка и сквозная. Два балкона. Это первый балкон. Телескоп заберут. Вечером тут звезды рассматривают. Ну, красивый вид, как вы видите. И здесь вид никогда не закроется, потому что эта сторона посева, земельные участки это торла. Ничего не будут строить. Как минимум 5 лет. А если где-то что-то построят, по-любому вид на гору у вас останется. Потому что территория огромная. Отсюда вид есть, оттуда вид есть. Оттуда тоже вид есть. Там тоже вот вид на сторону Кыркыджака. Горы. Итак, здесь балкончик. Зайдем сразу в спальню. Первая спальня. Квартира продается под ключ. Некоторые вещи друг заберет. Познакомлюсь с хозяином. Подружились. Кондиционеры Mitsubishi в квартире. Чтобы понимали. Вот Mitsubishi Electric. Минимум полезная площадь вместе с балконами 108-110 квадратных метров. Три санузла. Один санузел он сделал как кладовку. Тут приблизительно 14 или 15 квадратных метров полезная площадь. Между ними. Может быть 13,5 или 14. Прихожая. Большая прихожая. Минимум 10 квадратных метров полезная площадь, как одна спальня. Вот. Стены не прикасаются ни к какой квартире, чтобы понимали, спальня. Здесь, например, лестница в этой части. На этаже две квартиры. Вторая спальня, родительская. Тут свой санузел, душевой кабинкой. Теплая сторона, вот солнце вот оттуда восходит и направляется в сторону моря. Там море. Расстояние до моря 750-851,5 метров максимум до воды. Там подземный переход тоже есть в той части. Рядом со вторничным рынком района Махмутлар. Ектомол недалеко отсюда, ну, Мигрес рядом, магазин. Сеть магазинов Мигрес. Кондиционер Mitsubishi. Отсюда также выход к балкону. Второй санузел. Здесь они так, дверцы закрываются. Вот так, в такой душевая кабинка. Форточка. У меня есть очень много вариантов. Я разработаю на заказ. Приезжайте в Аланию. Решаем вопрос с переводом денег. Мы имеем как бы офис, официальный офис. Занимается денежными переводами. Меняем рубли на лиры. От
отправлять с вашей карты с Тинькофф на наши карты Тинькофф, Сбербанк и тому подобное, другие банки. И по курсу того дня выдаем вам лиру наличкой. Приезжайте в офис. Офис находится у нас около башни часов Махмутлара. У нас есть также криптообменник, обналичим крипто и также можем помочь вам в переустановке. Здесь как бы был санузел. Тоже, видите, как кладовку. Можно потом поменять, что-то сделать. Душевая кабинка здесь большая. И санузел самый большой. Где-то здесь 7 квадратных метров полезная площадь. Спальню увидели. Заново покажу. Две спальни с этой стороны. Это восточная часть. Это юго-восточная часть. А теперь самое главное. Гостиная комната. Большая она у нас. Кухню все установили новую. Дверца все с доводчиками, чтобы понимали. Вот. Так. Кофейню заберут. Некоторые вещи оставят. Ну, там робот есть к Xiaomi. Бытовая техника Beko. Например, этот холодильник стоит где-то $900. Или нет, 900 евро. Стиральная машинка тоже Beko. Духовка, плита, вытяжка фирмы Beko. С этой стороны. Гостиная у нас просторная. Где-то 30-28-30-32 квадратных метров. Большой кондиционер у нас Mitsubishi Electronic. Электрик. Кажется, 24 тысячи БТУ или 18, не могу увидеть, где ты. Короче. Вот такая вот гармошка рабочая, ее заберут. Диван у нас складывается вот так назад, вот так поворачивается, иду сюда. Вот солнышко вышло. Вот солнце. Здесь открытая парковка. Это у нас второй балкон. Огромный. Где-то здесь 15 минимум квадратных метров. Даже 18, похоже, что ли. Вот открытая парковка снаружи, своя личная. Еще диванчик есть. Можно здесь шторами вот закрывается. Вот тут, когда жарко летом, вот шторы закрываются полностью. Вот такая сквозная, уютная квартира в районе Махмутлар. Спускаюсь я вниз, дорогие зрители. Айда тут 300 лир летом, зимой 200 лир. Вот две квартиры. Лифт. Вот на нулевой этаж. Нормальный лифт. Хорошая управляющая компания. То есть сами управляет. Здесь вход. Дверь. Также есть снаружи дверь. Тут у нас сауна, которая работает по субботам, как мне сказали. Уже работает все. Угу. Камера наблюдения, все работает. Здесь сауна. Вот здесь свет. Ладно. Вот сауна такая. В рабочем состоянии. Тут фитнес. Что нужно? Вроде есть. Штанга, штанга. И тут кладовки, хамам. Но хамам пока не пользуются. Жители решили. Тут кладовки. Да, хамам пока не пользуются. Все. Зеленый. Я сам сюда приезжаю часто. Сама ворчаю. Шашлыки делаем. Нарды играем с друзьями. Квартиру продают по причине. Хотят купить побольше и более
в люксовом проекте. А так, квартира очень успешная, очень хорошая. И само здание, вот такое здание. Семиэтажная квартира на 5-м этаже. Тоже этаж тоже хороший. Это мое знакомое место, где здесь самова, соседи хорошие. Это тоже важно. Дружелюбные. Повар тоже есть здесь, хорошо готовят. Самовар, шашлык. Все прекрасно. Выбирать вам. Бассейн огромный. Функционирует летом. Hello. Итак, дорогие друзья, у меня, как говорится, много вариантов. Я еще по запросу. В открытых районах есть очень хороший вариант у меня на данный момент. 2 плюс 1 до моря 400, максимум 500 метров. Цена 138 тысяч и там. Район Оба Тосумов. В Обе у меня есть от 128 тысяч евро, 2 плюс 1, который близко к морю и выше. И в Махмутларе есть много вариантов, срочные продажи появляются. И, как говорится, показываю в тот день, когда вы приезжаете уже в Аланию. Цена этой квартиры 118 500 евро. Также хорошая цена для такой квартиры. Она почти как 3 плюс 1. Но большая 2 плюс 1. Тихо, спокойно, как вы видите. Шума, гамма никакого нету. Дорог здесь много не приезжает. Нет, как бы тупиковая дорога. Трассы нету рядом. До улицы Ататюрка здесь 150-180 метров. Зеленая территория тоже. Решать вам. Есть еще по бюджетный вариант у меня. Звонка цены начинаются от 68-70 тысяч евро. Могу найти студию квартиру и выше так поднимать цены. Срочно появляются цены, квартиры по срочной цене. Ну, там день-два уходят. Открытый район, вот 200 тысяч долларов. Пока что мы не делаем. Ждем, может быть, в январе какие-то будут поправки. Или будут разъяснения, может быть, какие-то категории, подкатегории сделают. Районы, может, там распределят уже. Поживем, увидим. Все, с вами был Агаси, Солнечная Алания, район Махмутлар. Ставим лайк, пишем комментарий, подписываем на наш канал. Всем пока-пока.